мечтах, и не тогда, и никогда прольется черная вода. Я на виду, нас держат льды, к тебе иду, а ты не ты. Ведь я опять придумала тебя из пустоты, из темноты, из ноготы. Ко мне идешь, а я не я. А ты идешь сильнее утра, сильнее света и огня. Пока еще сегодня, пока вздохнет полей заснеженная грусть, пока еще луна заглядывает в окна. И кажется мне тоже, что я тебе кажу. Наверное, вот на этом закончились мои какие-то картинные такие вот песни состояния. И сейчас будут некие другие песни, в которых можно увидеть мысль посредством образа. Но это тоже картинки. В общем-то, обычно я куда-то иду там или что-то делаю. И о чем-то думаю там в песне. А о чем вы должны догадаться сами? Ну, как бы мы все. Но мне здесь нужна поддержка. Это такая песня интерактив. Нужно такую подложечку мне сделать, помочь. Я вас об этом очень сильно попрошу. Нужно спеть две песни. Ой, два слова. Плюс-минус. Минус-плюс. Вот в такой последовательности. Плюс-минус, минус-плюс, плюс-минус, минус-плюс. Ну и опять же, это упражнение для дикции. Плюс-минус, минус-плюс, плюс-минус, минус-плюс, плюс-минус, минус-плюс. Дим, может, ты поддержишь? Ну, тебе еще выступать? Ну, как бы, разминка для дикции. Ну, пожалуйста, поддержите меня. Плюс, минус, минус, плюс, плюс, минус, минус, плюс, плюс, минус, минус, плюс. Плюс.
можешь быть кем угодно, это модно, и с кем хочешь переносить эту ложь. Мимо проехать, трасса свободна, где по краям колосилась когда-то упругая рожь. Ты можешь делать дела или не делать, только, пожалуйста, если не хочется, стой. Ты можешь спрашивать и вычислять ответ, умоляю, только не ной. Только не ной. Очень даже как бы таким частным образом касается людей, выходящих на сцену. Ну, в моем представлении, что мы не только должны нести мысли, мы, если мы уж выходим на сцену, мы должны оставлять после себя некие эмоции. Они могут быть разные, но только не ноль. А насчет слушателей как? В смысле? Они что-то должны? Ничего не должны. Они ничего не должны. Все может быть. А вот не может быть. И не живые слушатели. Ну, они могут быть нейтральными. Просто главное, чтобы что-то... Ну, если зритель нейтральный, он ушел нейтральный после концерта, ну, как бы, я считаю, провал. Ну, как бы незачем тогда вообще что-либо делать. Вот я о чем. Шарик над головой. Шарик над головой полетел и завис. То ли ветра каприз, то ли страшно ему улетать неизвестную ввысь. Подожди улетать. Плачет девочка, мальчик, стремится поймать за веревочку. Это мгновение так близко и невероятно. И нам остается ждать, что будет. Мальчик выше залез и достал этот шарик. Его проколол и исчез. Не бывает чудес. Плачет девочка мальчику, важен процесс. И прогресс налицо, как из песни словцом. Забудет и девочку эту, и этот загадочный шар. Стоит белый свет.
Я жду, когда один момент наступит, когда впервые из ниоткуда откроется мальчику чудо, и все изменится на миг. Будут после следующей песни. Что-то было очень сложное. Я устрою тут такой эпатаж. Ко мне лезет на 10-й этаж. Соседский мальчик кричит в костюме Спайди. Я крутой спайдерменыч, бога ради, убирайся домой. Не светись по телевизору, в компьютере уймись. Насколько можно, в самом деле, успокойся, артист. Спайдермен, скользкая, противная худышка. Спайдермен, жалкий, истеричный мужичишка. Спайдермен, в синеньких уродливых штанишках. Напрашивается на помощь человек-топор и спешит ко мне из-под завала тряпок. Наш адекватный и решительный человек так эту гадину завалил, а я так стену. Но вот и no problem, вот.